за здоровье. Насвай и снюс крайне опасны для здоровья. Врачи уверены, жевательный табак может стать причиной наркотической зависимости. Над этой темой задумались и депутаты. Госдума предлагает увеличить штрафы за продажу жевательного табака. Законопроект скоро внесут на рассмотрение. Для частных продавцов сумма возрастет в 5 раз – до 20 тысяч рублей. Для компании ущерб более ощутимый. Штраф может составить 150 тысяч рублей.